С этой тушей что-то не так. Драконы не оставляют таких отметин. Мы видели такие метки в вилундерских рудниках, помнишь? Здесь затаился пожиратель душ. Я слышу зверей. Они боятся. Да. Давай поищем другие тела. Пожиратели душ прячутся на виду. Наверху алтарь. Достанем до него, сможем сменить время суток. Еще туша. Это знак, что мы на верном пути. Мы близко. В тот раз мне сперва показалось, что это просто камни. Эта поросль выглядит чудно. Как интересно. Что это? Знать не знаю. Потому и интересно. Но кристаллы высоко ценятся. Может, пригодятся нам? Дракон вернулся! Он в ярости! Это так приятно! Приготовьтесь! Теперь жизнь в долине вновь расцветет. Уверен, Андвари будет рад, что мы убили еще одного. Андвари, гном, спрятавший душу в кольце? Он самый. Это он создал пожирателей душ. А что в итоге стало с этим назойливым шельмецом? Я одолжил его Синдри, тот его потерял. Ага, потерял.